Всем привет! Франко-прусская война кардинально изменила курс развития истории в Европе во второй половине 19 века. Она изменила баланс сил между странами, и вследствие нее появилась новая и сильная империя. После победы в австро-прусско-итальянской войне 1866 года Пруссия стремилась объединить все германские земли под своей эгидой, а также ослабить Францию. Франция, в свою очередь, пыталась исключить возможность образования единой и сильной Германии. Поводом к войне стала Эмская депеша, которая заключалась в том, что Наполеон III попросил немецкого кайзера Вильгельма I в недопущении князя одной тоже немецкой династии на испанский престол. Тогда Отто фон Бисмарк разозлился слабостью короля, идущего на избежание войны с Францией, и решил объявить ей войну 19 июля 1870 года. 1 августа 5 французских корпусов сосредоточились в Лотарингии. Общая численность французских войск доходила до 200 тысяч. Управлял ими сам император, с Лебефом в качестве начальника штаба. К тому времени передовые германские войска, около 330 тысяч, разделенные на три армии, развернулись на линии Трир-Ландау. Французская армия знала, что прусская намного больше, поэтому ставка была сделана на очень быстрой мобилизации войск и нанесении удара из Эльзаса в стык между Южной и Северной Германией. Это позволило бы отрезать прусские дивизии друг от друга и замедлить мобилизацию противника. С самого начала объявления войны стала выясняться неготовность Франции к активным боевым действиям, отсутствие запасов военного имущества и припасов и общий низкий уровень руководства. А 3 августа немцы подтянулись к границе и нанесли удар по Эльзасу. Вслед за этим Наполеон отрекся от управления армией, и немцы выбили французов с высотной местности, но успехом они не успели воспользоваться, потому что не подошла вторая армия к реке Саар. Вскоре французский генерал решил повести 170 тысяч солдат по одной дороге. Немцы попытались взять их в котел, и началась одна из самых кровавых битв в войне. Спустя неделю случилось одно из самых крупнейших сражений при Сен-Прива, где участвовали 300 тысяч солдат с обоих сторон. Германия разгромила французские войска. Около Парижа была собрана новая армия в виде 140 тысяч человек, которую повели к театру боевых действий, но продовольственные затруднения дали о себе знать и дошли не все. Генерал Винуа, узнав о разгроме войск при Сен-Прива, повел армию назад к Парижу, где жители были недовольны войной. Вторая французская империя перестала существовать к тому времени, и была сформирована национальная оборона, что хотела подписать мир, но из-за условий противника он не состоялся. Немцы в течение сентября и октября ввели во Францию около 700 тысяч человек. Вместе с корпусом Винуа, успевшим отступить в Париж, в городе можно было насчитать 150 тысяч солдат. При этом еще насчиталось 500 тысяч человек в возрасте от 20 до 40 лет, которые и послужили мобилизационным ресурсом для формирования новых корпусов. К середине месяца немцы окружили Париж. Во время осады Меца 173 тысячи французов достались противнику. Это невероятно ударило по моральному духу французских войск. В конце октября оборонительные работы вокруг Парижа шли успешно, вооружение было усилено, и войска подготовились к наступательным действиям против немцев, выжидавших, когда голод вынудит Париж сдаться. В столицу дошла вестка о том, что французы победили немцев в битве при маленьком городке, поэтому французская армия пробилась навстречу Луарской армии. В итоге случились упорные сражения в начале зимы 1870 года. 5 декабря был занят Руан. Совершались попытки вылазки с парашютов из Парижа, но и они терпели крах. В течение месяца при всех битвах французы терпели неудачи и отступали. Между тем правительство обсуждало новый план действий для освобождения Парижа от блокады. Шанзи предлагал одновременное наступление с севера и юга, но предложение это не было принято. 6 января 1871 года немцы возобновили наступление. 12 января происходило сражение у Лемана, после которого генерал Шанзи вынужден был отступить еще далее к западу, рассчитывая на мир во время побега. У него оставалось, между прочим, 150 тысяч бойцов. 10 января поселок Перрон просто сдался немцам. Германская армия решила расслабиться, но французы, пересекая реку Сом и не ощутив сопротивления, решили наступать дальше, но все было приостановлено с подписанием мира 28 января 1871 года. Перед этим 22 января в Париже вспыхнул бунт, который, однако, вскоре удалось подавить. Приостановка войны.
Под Францией находилась две трети территории и населения Франции. Также она обладала подавляющим преимуществом на море и могла организовать любую морскую блокаду Пруссии, несмотря на ограниченность мер по ней. Требование аннексии французских провинций Эльзаса и Лотарингии вместе с огромной суммой контрибуции, а также способы ведения войны со стороны Пруссии, захваты и расстрелы заложников, карательные акции с сожжением селений показывали несправедливый характер войны со стороны немцев. 12 февраля был собран новоизбранный парламент и неделю спустя был избран президентом Франции Адольф Тьер, единственный известный политик, возражавший вступлению Франции в войну и за это получавший обвинения в предательстве. 1 марта германские войска вошли в Париж и заняли часть города. После получения известия о ратификации Национальным собранием Франции предварительного договора, они были выведены 3 марта. Окончательно мирный договор был подписан 10 мая во Франции. Франция потеряла Эльзас и Лотарингию, а также обязалась выплатить контрибуцию в размере 5 миллиардов франков. До выплат на территории Франции оставались немецкие войска. При этом расходы на их содержание была обязана нести тоже Франция. Пруссия. 18 января 1871 года в Версале Бисмарк и Вильгельм I объявили о воссоединении Германии. Мечта Бисмарка осуществилась, он создал единое германское государство. К империи быстро присоединились Бавария и прочие южногерманские государства. Погибло 118 тысяч солдат и, внимание, 800 тысяч мирных жителей. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите темы для следующих видео. Ну а я пока пойду.